Ну вот, ифтар у меня сегодня тоже будет постный, дорогие мои. Как видите, все делаю в мантышнице, видите? И картошка, и курочка, вот, и сладкий перец, и морковочка, все на пару. Вот, вечером ужин, дорогие мои, ифтар в нашем возрасте, если слишком жирно кушать, она даже может вредить здоровью. Поэтому на пару вообще супер. Вам просто остается чуть-чуть вот так вот подсаливать сверху, вот так вот. Вот. И все. И на пару, короче, готовится очень вкусно, нежно. И вашему организму не будет никаких таких тяжестей, понимаете? На пару. И вот что это самое важное, из курицы тоже стекает жир, ненужный такой, который как вредит здоровью. Знаете же, да, курей тоже кормят всяким. Я хотя варю курицу, когда перед тем, как жарить. Сначала отварю, выливаю воду, потом это. Вот. А тут совсем другое. Понимаете, тут все вытекает. Все вытекает вниз и все. Вот я вам сейчас покажу. Вот он, смотрите. Вот все внизу, вот это остается. Все вот это вот, вот смотрите, и жир, мир, все остается, видите как? Вот. И вы получаете хороший продукт, обезжиренный. И кайфуете, короче.